Последние где-то 12-15 лет, если на этой земле, уважаемые, помолчите. Ирина, если на этой земле течение последних 12-15 лет кто-то, три человека, три мужчины, дружили, дружат, встречались и встречаются, проверяли друг другу свои мысли, общались, то это три человека. Лазарь, Рамазан и я. Лазарь старший, Рамазан помоложе, я еще моложе, я самый младший. И сейчас среди нашей тройки слово предоставляется Рамазану Будаеву. Пожалуйста. Дорогие друзья, сегодня для меня, например, очень большой праздник, огромный праздник. Если этот праздник можно назвать огромным, то я сегодня счастлив. Лазар для меня как старший брат, друг. И сегодня среди нашего народа, среди моих друзей, которые в Москве, которые в Северной Осетии, которые в других республиках, те, кто меня знают, те, кто меня знают и кто Лазара знает, они, кое-кто даже мне звонил, Лазар, и поздравлял меня, говорит, поздравьте от нашего имени, нашего большого друга, уважаемого человека. Это вот Сабанов Тимофей позвонил, и мне он высказал свое огромное поздравление. Книгу, которую он получил, неоднократно, говорит, я это перечитал. Лазар, они гордятся тобой, это сегодняшнее поколение, можно сказать, это мои ровесники. Я себя еще считаю, что я живу со своими сверстниками. И, конечно, живу и хочу еще пожить. Лазар, мне сегодня так приятно, так хорошо, что вот этот прекрасный народ сегодня собрался. Они все как один высказались, все сказали огромные пожелания и здоровья, и счастья, и все остальное. Я прекрасно знаешь, Лазар, ты сам, что мы к этому дню готовились. И не один день мы к этому дню готовились. Мы к этому дню шли, как говорится, и днями, и неделями, и месяцами, и часами. И этот день был фактически для тех людей, которые сегодня сюда приехали, бросили свои, как говорится, дела, свои большие дела. А те, кто не приехал, те передали свои поздравления, и они не смогли подъехать по очень веским причинам. И поэтому я очень хочу поблагодарить тех людей, которые меня попросили тебя поздравить. А сегодня для меня огромная честь, что эти люди, которые собрались, что мы друг друга узнали, кое-кто познакомились через тебя, через других людей. Лазар, 100 лет тебе жизни. Аминь. С Аллой вместе.
чтобы на столетие, на столетие на, ты хотя бы нас собрал. И те люди, которые на столетие не попадут, это не по твоей вине. Поймите. Да, ты в этом нисколько не виновен. Не виновен будешь. И поэтому я этим людям желаю, чтобы они на столетие Лазаря попали все. Может, не в это заведение, а другое хорошее, огромное заведение. Всех благ и здоровья и счастья, Лазарь. Лазарь! Спасибо большое, Рамазан, за твой труд. Лазарь, он к тебе был обращен. Но я так понял, что основание, основная составляющая этого тоста, это те люди, которые здесь присутствуют за этим столом. Уважаемые люди, друзья! За вас! За вас было сказано, дай вам Бог счастья, здоровья, удачи, еще раз удачи в жизни. Много-много раз.